Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. И у нас событие, скаут зовет на помощь. К тебе попало письмо, в котором скаут просит помочь ему бежать из-за решетки. Давай посмотрим. Так, что такое, я не понял. А, у нас еще и сезон окончился, ага, хорошо, давайте заберем награду. Ну что ты как, ну бас, ё-моё, ай. Хрен с ним, давайте смотреть, что у нас тут. Так, спецприем для Шуангоу, кувырок. Понял, давай далее смотреть. Так, ослабление, эпический перк на оружие. Роскошный жилет, понятно. Регенерация, эпический перк на доспех. И 80 рубинов. Да. Очень и очень плохо, ребята. Ни одной леги, к сожалению, не выпало. Да, что-то меня это опечалило, ребята. Так, что у нас тут новенькое? Есть что-нибудь, а? Блин, я бы с удовольствием бы вот этот бы себе купил бы, ребятушки. Очень бы с удовольствием, да. Шквал. Увеличение урона на 22% за каждый удар после комбо в 3 удара. Но не буду, ребята. Ну что же, оу. А вот у нас получается... побег из тюрьмы. Короче, ребята, мы с вами выигрывать должны вот этот сет. Понятненько. Так, новый сезон-то все понятно. Так, открыть. Давайте посмотрим. Ну так, по-быренькому, ребята. Я знаю, что тут ересь какая-то. О, танец с саблями, в принципе, нормуль. Крутящий момент. Опять шуангоу металлические. И теневая энергия. Очень много. 5 штук аж прям. Ладно. Так, а что у нас там? Оу, сколько заданий-то у меня тут. Ё-моё. Надеюсь, в процессе мы с вами, ребята, это все сделаем. Ну что же, побег из тюрьмы, 5 дней у нас еще осталось, поэтому давайте заходить и будем смотреть. Письмо от скаута. Я уверен, что это письмо прочтет хороший человек, готовый прийти на помощь честному парню в беде. Меня упекли в тюрьму легиона по ложному обвинению. Помоги мне бежать из этой вонючей дыры, в долгу не останусь. Ага. Ну что же, ребята, начинаем, как всегда, с обычного. Вытащи скаута из тюрьмы легиона. Так, ну, видим. А, у нас здесь всего 5 боев. Всего лишь-то. Фу. Слушайте, ну, мне что-то так, ребят, кажется, что здесь будут эти 5 боев. Такой жесткач. Короче, оставляю пока этот сет. Естественно, оставляю себе пока глефу. Возможно, поменять придется на сабли. Ну, для начала посмотрим. Ой, без оружия? Ого-го-го! Ребята, я, знаете что, я не готов. А знаете почему? Ядрёно, вот это он мне прописал. Да успокойся ты. Смотри-ка. Ай. Ну, ух ты. Я-то думал, мы сейчас будем с вами тут с оружием, ага. Губёшки раскатил. Ну. Блин, мне бы сюда, ребята, бы... мой супер-пупер удар бы. Вот это было бы, конечно, бы вообще замечательно. Ого! Хе-хе, ну, конечно, он зря это сделал. Ребят, видите сами прекрасно, я его накумарил. Опять же, я вам скажу, получилось все чисто случайно. Но теневой удар у меня, тем не менее, уже накопился. Это хорошо. Это очень хорошо. Что он там придумает? Иди сюда. Айси я. Нет уж. Not God. Оу! Так, отлично. Давай-ка еще разок. Поймаешь? Поймал, конечно, ребят. На! В табло и... не добили. Оу, ты смотри-ка, он бросочек мне прописал. Чмошник, а, мелкий. Да ну нафиг! Хорош ты, успокойся, говнюк. Ты смотри, неугомонный какой, а. Да-да-да, я так и понял. Да. Вот зря я так начинаю делать, ребят. Сейчас додуркуюсь. Нет, должен пробить. Нормуль. Хорошо, здесь выиграли. Блин, честно говоря, я думал, что мы будем на оружиях драться, а тут в рукопашку. Ну, вроде бы победили. Я не рассказал тебе главного. Просто так отсюда не убежать. Нам придется пройти через все круги этого пекла. Единственный путь к победе – победить в гладиаторских боях между заключенными. Приготовься к знатной драке. Угу. Хорошо, я надеюсь, не в рукопашку у нас будет драка-то это, а?
Я как-то, ребят, привык. Оу, Глефа моя родная, вот она. Ну что, будем, как обычно, по спаму пробовать, ребят, не знаю, что у нас из этого выйдет. Ух, вроде бы пока хорошо выходит. Очень даже хорошо, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой, мне жалко, жалко, жалко этого гладиатора, ребят. Нет, шансов тут, конечно, на выживание равны нулю. Отличненько. Так, это у нас второй бой, да? Еще три впереди будут. Слушайте, можно, в принципе, и теневуха. А, не буду, ребят, давайте так, добьем по-тихому. Как я начинаю только врубать теневой удар, вы сами прекрасно знаете, к чему это приводит. Ни к чему хорошему. О, вот, видите? Вот именно об этом я и начинаю. Точнее, и хотел сказать, что как только начинаю я врубать теневой удар. Да на ты, оу, увернулся. Ты смотри, какой юркий, а? Малый, хорош, успокойся. Не-не-не-не-не. На, получи, ногами тут будешь махать мне еще, а? Я знаю ведь прекрасно, что если он этой херней начнет крутить, ребята, это будет очень плохо. Поэтому заспамил я его прям возле стеночки, как всегда мы это и делаем. Ладно, второй бой у нас вышел отлично. Погнали дальше. Что, опять что-то будет? Какой-то разговор, да? А, редкий династия. Ну что ж, давай вскрывать. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, учебный посох. Ну, это понятно, ребята. Чакралые. Ничего удивительного здесь нету. Ну, хорош, хорош. Так, ну, без козырка эпический шлем. Ладно, фиг с ним, ребят. Хоть что-то эпическое нам досталось. Спринт, это редкий перк на доспех. И что последнее у нас здесь? Блин, огненные снаряды, бомбочки. Только без козырка. Так, ну здесь, ребята, легендарная будет карта. Это буквально через... через бой, что ли, получается? Второй, да, получается так. Ну, давайте смотреть, кто у нас здесь. Гладиатор с тесаком с таким, ё-моё. Ого, неплохо начал. Я боюсь... О, ребята, вот это самое офиг... Да чтоб тебя. Вы знаете, что означает вот этот... Он уже прошел. Это означает, ребята, что никакой блок ему не поможет. Хоть он пускай там заукрывается. Тихо. Ого, прям в лицо мне тыкнул. На, 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 готов? Вкусить всю прелесть моей глефы. О, вот это было... О, это очень больно было. Непробиваемый гад. О, сейчас я могу, ребята, поплатиться. Тут или-или. Ага. Да чтоб тебя. Пробьем, нет? Есть. Ух, как он в конце-то начал, а? Лебезить. Был чуть-чуть, ребят, на волоске от смерти. Но выжил. И тем более у меня теневой удар есть. А у него уже нету. Погнали. Пора развлекаться. Опа, вот это развлекся я. Вот это я, ребят, развлекся, я вам скажу. Не нравится мне это все. Очень не нравится. Да на ты. Получи. Не хочешь? Ага, ребята, все. Без блока он в данный момент. Кончилось. Кончилось, к сожалению. Ага, что-то придумал. Оп, оп. Что-то не прокатило. Есть. Подсечка — наш лучший друг в такие моменты. В общем, пока лежит, думает и отдыхает. Ну что, мы получаем с вами, да, карту легендарную? По-моему, так. Да, и это у нас оглушение для молотов. Была у меня такая карта, ребят. Главный тюремщик — жестокий мерзавец. Это он устраивает бои ради развлечения и участвует в них лично вместе с охраной. Угу. Хорошо. За 150 рубинов, я думаю, ребята, стоит побороться. Посмотреть, сейчас мы будем явно с охранником драться, а потом уже будем, ну да, с самим главным. Ого-го-го. Я уже, ребята, кое-что... Ох, нифига он. Вот это удар у него. Что он там придумает? Бросок, естественно, бросок, ребята. Еще и такой заколол меня, типа там. Ага. Ну, я не знаю, ребят, тут как-то... Это если охранник у нас такой, то... Я боюсь даже представить... Да хоро... Как он так может? Эй! Говнюк!
На, блин, шпана. Я боюсь представить, что там за главарь у нас будет. Ха-ха. Да. Слишком мощный удар у этого говнюка, согласитесь. Ну ладно, первый раунд мы еще как-то тут осилили. Да как ты можешь пробивать-то первым? Ты, чепушила, а? Объясни мне вот это вот. Ты посмотри, он со своим выпадом охренел уже. Во, ребят, вот этим надо моментом пользоваться, пока у него нету блока. Эй! Отлично, пока хорошо, ребят, пока все идет. Естественно, спамить, ребят, тут... Какой, блин, спамить? Другого варианта я не вижу пока, ребят. Видишь, что он делает? Ну, или-или. Да пробей ты его. Вау, вовремя он голову поднял. Фух. Так, это был охранник. А теперь, как говорится, и самый главный чушок, с которым будем сейчас развлекаться. Или он будет с нами тут. Третьего не дано. Фух. Так, ну что, в бой? Блин, это, ребята, у нас обычный пока режим. Там потом еще будет престижный. Так, и кто у нас тут самый главный? Ага, главный тюремщик его увеличать. Чего? Чемпион здесь я, ясно? Ясно. Ясно, что он какой-то, ребята, непробиваемый. Да ла... Оу! Это было больно. Не проспамить, ребята, его. Лежать, я сказал. Да. Ну-ка, попробуем так. Ладно, пока... Вроде бы нормуль идет. Но это пока. Оу, хорошо сейчас пропечатал. Ой, замечательно. Ребят, боюсь, синевухи у него охрененно мощные будут. Нет, первый раунд за нами. Фу. Ай, ну он злой, как собака стал, больше чем уверен. Сейчас наверняка будет использовать свой теневой удар. Что-то мне так кажется. Хотя я, наверное, на опережение пойду, ребят. Ты мне доспех поцарапал. Ничего себе, он орет на меня, ребят. Представляете? Оу! Вот это было бубо. Это было очень больно. Хотел же... Нифига, ребята, отнимают. Я вам скажу, очень-очень много здоровья. И вон и теневой удар. Очень хреново. Если он сейчас начнет выкаблучиваться... А он начнет, ребята, да. Забомбил, нет? Ну, сейчас добьет. Ладно, за счет своих вот этих вот теневых ударов он у меня практически, ну, большую половину здоровья отнял. Поэтому он и победил здесь. Ладно. Пока у нас ничья с ним. Погнали. Хорошо началось. Я думаю, не то... Оу! Почему у меня бросок не сработал, а? Почему ты начал бить? Нет, это ненормально, ребята. Давай подсечку. Блин, какая не сработала подсечка. Да почему ты не можешь просто взять его и в конце концов перекинуть? Что за фигня-то? Начинает почему-то просто тупо бить. Оу. Зачем я это сделал? На. Ну, как говорится, на войне все способы хороши. Ядрить тебя на корень. Так, ну у него, ребята, теневой удар впереди. Он сейчас, наверное, отыграется за счет него. Вы видели прекрасно, когда он свои тисочки эти бросает. Они отнимают. Хо-хо-хо. А прежде чем ему бросить в меня, нужно, знаете, что сделать? Естественно, через меня пройти. И это сделает он вот сейчас, смотрите. Блин, я готовился к тисакам, если честно. Ну, он какой-то другой стал делать удар. Ну, теневой, кончайся, заканчивайся, давай быстрее. Почему? Что ты отпрыгиваешь?
Других способов, ребят, я не вижу, если честно. Только спам. Сами прекрасно видите, с ним лучше, блин, не шутить. Да как же у тебя получилось-то это? Вот, ну наконец-то, ё-моё, а. Почему мне выгодно, ребята, его бить с лежачего положения? Ну, да что ты... Блин, ну не дай бог. Да ладно. Пробьем? Пробили. Так, ладно, здесь мы выиграли, короче. Но это был у нас изи режим. Великолепно. Что мы там получаем с вами? Ух, мы получаем с вами 150 рубинов. А, еще 210 очков трофеев. Отличненько. Ну что же, ребята, переходим. А, великолепно. Мы забрали его ключи. Бежим отсюда, пока он не очнулся. В общем, мы убежали. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Вот все жетоны, которые у меня есть. Обнови снаряжение. Счастливо. Ну и тебе не хворать, сколько у меня? 210. Но зато у нас открылся, ребята, престижный режим. Но он был вообще открыт. Так, тут 400, все равно маловато очков. Ребята как-то дают нам, если честно. А сколько стоят шмотки-то там? Давайте посмотрим. Да, это все понятно, что будут сконвертированы в монеты. Мне интересно посмотреть, сколько стоит сет. Так, куда нам нужно-то? Ё-моё, я уже забыл. 1100, 1300, 600, 850. Ого, ночные убийцы, нифига, ребята. Блин, недоспешек такой, вроде неплохой. Но столько очков надо, ё-моё. Ну, у нас суть-то, ребята, какова? Просто пройти. Я не говорю, что мне нравятся эти доспехи и этот сет, если честно. Ну, хотелось бы, конечно, заработать его. Что у нас тут задание? Что выполнили мы, да? Ну, давай заберем. И сразу же, наверное, и откроем с вами, посмотрим. Что у нас тут? Облегченный колпак, доспех морского дьявола, составной лук и 790 монет. Все, в принципе, понятно. Так, ладно, ребят, пойду хлебну немножечко чайка и с вами продолжим рубиться. Ну что, дорогие мои, продолжаем с вами играть Shadow Fight 3. Так, престижный режим у нас, участвовать, естественно, и побег восхождения. Все попыточки у нас на месте, как говорится, поехали. Так, и первый у нас кто будет? Сокамерник скаута, ну понятно, что и в обычном режиме. Так, подожди, а что это у него? Ёлки-палки. Все, понятно, ребят, нам нужно ждать, пока он не оглушится. Вот так вот. Так, все, Рэй, успокойся, отойдем давай. Пускай он там машет своими кулаками. Хрен тебе, оглушили. На! За трещину такую получает от нас. Так, опять ждем, 4 секунды надо подождать. Ну давай, 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 успокойся уже. Ну, на! Тихо ты, ничего себе он пробивает, ребят. Ой, надо быть предельно аккуратным. Так, все. Получи еще. Ой, промахнулись, по-моему, да, ребята? Или не успели уложиться вовремя. Поэтому никакого урона мы ему не нанесли, к сожалению. Так. Нет, что-то мне не нравится. Как-то... Оу, тихо ты. Ё-моё. Может быть, попробовать, ребят, ногами его, а? Заколбасить. Давай попробуем. Ой, мне кажется, так будет намного лучше. Вы видели, сколько я отнимаю с одной вертушки? Так, давай добьем. Вот так вот я, пожалуй, и буду делать. Не будем с вами изобретать велосипед, руками тут бить его. Сгодится и так. Ну давай, раунд 2. Поехали. Слушайте, ну если он меня там прижмет к стенке, я боюсь, вертушка у меня не прокатит, ребят. Успокойся. Ну давай ты в оглушение уже впадай. Так, есть. Поехали. Ай, как хорошо, ребят. Смотрите, четверть хп я у него отнял. Так, отходим, отходим, отходим. Погнали. Ой, блин, перелет, ребята, перелет. Да что ж такое-то? Вот, в принципе, это очень большой минус, ребята, этой вертушки, что... Да куда ты идешь-то, елки-палки? Что за бред сейчас был? Я уже давно нажал, он все идет, пятится. Нафиг это надо было делать? О, прокатило. Ну что, я думаю, еще один разок так вот звездануть по нему, и он будет... Давай, делай, ёпарасоте. Нет, нифига не получилось. Надо еще добивочный делать. Ну давай, олух. Готовченко. Ну что, ребята, первый у нас Чепушила отдыхает, как понимаете.
И мы с вами плавненько переходим ко второму врагу. Так, в чем там получаем? Во, трофея 400 очков. Вот это хорошо, ребята. И плюс 160 уже накопили мы с вами. Ха-ха. Слушайте, возможно, я себе приобрету этот сет, если так у нас дела пойдут хорошо. Так, гладиатор. Ну, ты был лашпеном. Я не думаю, что сейчас что-то изменилось. Так, так, будем спамить, ребята, обязательно. Что тут? А, все, понятно, ребятушки, смотрите. Оу, да ты еще и распрощался со своим оружием. Все, братишка, прости. Оп, вот, вот, начинаю, ребят, думаю, что за мной превосходство, и начинает дурковать. А это, знаете, прекрасно, может мне выйти боком. Короче, получается так, кто последний ударяет, на том висит кровоизлияние. Да, кровотечение вешается, короче, при последнем ударе. Ну что ж, давайте еще разок, на. Получи, только я, а нет, потихоньку, потихоньку, да, ребята, тратится у него здоровье, но... Обожаю я вот этот вот антибаф, который висит, когда чувак просто не может использовать блок. Какой бы он там сильный не был, но блока у него не будет. Обалденно, жалко, срабатывает, конечно, не так часто. Так, ну что, мы переходим с вами к третьему, и у нас там будет золотая карта доступна. Давайте-ка, ребята, глянем, кто у нас тут будет. Раунд один. Бой на очки? А, гладиатор, ну что же. Понял, ребята. Оу, тихо. Тихонько. Тут, короче, здоровья нет, ребята. Тут надо наносить как можно больше урона ему. Даже не урона, а ударов, скажем так. Так, 3-5. Ну что, давайте тогда тройной выпад делать. Тихо ты. Опа, пока мы ведем. Оу, красавчик ты мой. Иди побрейся, елки-палки. Наголо. Потому что сам Рэй... Да что ты, что ты, что ты. У меня-то глефа будет подлиннее, чем твоя тут сабля. Такой тесак, елки-палки, где ты его достал-то только? Ну, вы прекрасно видите, что счет уже 16-5, плюс он потерял свой тесачок. И я думаю, что я его сейчас здесь просто разберу. Тем более один, ребята, всего лишь бой. Один. 21-5. Красава, просто красава. Все. Я даже не буду, ребята, драться, все равно ему не набрать нужное количество очков. Отлично. Слушайте, третий бой, мне кажется, самый изи. Вообще, вот все бы такие были бы, я бы просто на ура проходил бы. Руби с плеча, легендарный спецприем для топоров, ребятушки. Вот так вот. Ну, а мы с вами продолжаем. Осталось всего два боя. Это слуга, или как там его... Как его звать-то, я уже забыл. Охранник тюрьмы, да, слуга. Ну, тоже слуга. Так, а что-то я, ребят, забыл прочитать, что здесь будет-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну, конечно же, ребят, как же без темноты-то? Он и так-то, блин, хреново поддается мне, блин. А тут еще и темнота. Так, ребят, вроде бы пока все идет как нельзя хорошо. Ребят, у меня теневой удар накопился. Я не знаю, стоит ли его использовать сейчас. Ёк-лэ-мэ-нэ. Оу, нет, вот это дал он, а. Оу. По-моему, ребята, мне здесь кранты сейчас будут. Сейчас будут кранты. На, гад. Я не знаю, ребята, я попробую, конечно, наверстать. Так, попадем, попали. Ну дайте мне добить его. Нет, только не вертушку. Только не вертушку. Ну! Да чтоб тебя. Ребят, чисто случайно получилось. Вы сами прекрасно видели, что в темноте я хрен знает. Я предполагаю, где он находится, и делаю определенные удары, но я не знаю. Вдруг он там перепрыгнул меня или еще что-нибудь. Или бросок мне сделал. Я нахожусь в совсем другой стороне. Так, тихо. Уже хотел, да, ребят, меня своим мечком ткнуть. Вот здесь вот, в принципе, неплохо спамить, ребята. Ну вот, теперь с другой стороны. Так, разворачивайся, погнали. Тихо, черт. Да ладно тебе. Оу, блин, ребята, глефу выбил. Выбил глефу, это означает, что сейчас мне просто будет кранты здесь. Гад ничтожный, еще и... Да, добил меня своим ударом ногой. Ой. Вот о чем я вам и говорил, ребят. Ну ладно, не будем расстраиваться, пока у нас ничья. То есть вот сейчас показательный бой. Либо-либо. Слушайте, опа, мимо. Ой! Щет, прописал мне. Ой, хорошо, что у меня, ребята... Да ладно, блин, я глиф потерял. А что я могу здесь сделать? Я, по-моему, здесь ничегошеньки уже не сделаю. Мне здесь ничего не поможет. Оп! Все, просто как капусту, ребят, шинкует.
Нет, мои удары здесь бесполезны. Ай. Не, сейчас разберет меня. Разберет меня этот гадный, ребят. Я, конечно, попытаюсь что-то сделать. Ну, давай, рычаг. Ну, пожалуйста, ну я тебя умоляю. Ну, давай, не подведи меня, роднуля. Ну, твою ж дивизию, сейчас ударит. Все. Заколол, собака. Да. Ну, а что поделаешь, ребят, ну, проиграл. Ничего не могу с этим поделать. Хорошо. Мы с вами тратим попытку, да? Да, мы потратили попыточку. Все, моя месть будет жестокая. Да, без глефа, конечно, очень плохо здесь. Тем более у меня нет таких хороших ударов. Тихо ты. Будем надеяться, что с этой попытки я его все-таки завалю. У нас еще в конце будет самый главный чепушило. Так, отлично, ребята. Все, фармим его, короче, вот прям возле этой стеночки. Просто бомбим. Фармим. Спамим, ё-моё. Ну, ах ты. Выкрапался все-таки, так. Ого, вот это, вот это мне сейчас повезло, причем крупно. Вы прекрасно видели, что он сделал. Теневой удар, прыжок на голову. Но промахнулся он, поэтому и поплатился своей жизнью. Так, раунд 2. Мне бы вот еще так хорошо бы сыграть, ребята, и все будет у нас на мази. Так, поехали. Тихо. Блин, да чтоб тебя, а. Как мне эта темнота. О, хороший, ребята, баф повесили. Давайте его... Блин, кончился он очень быстро. А сейчас что-нибудь... Ну, естественно, ребят, естественно, он делает бросок. Сейчас начнет меня... Нет, не стал. Странно. Я думал, что он будет сейчас меня бить, пока я лежу. Но, видимо... Что-то у него не получилось. Ребят, все, ему кранты, я думаю, сейчас будут. Если он, конечно, сейчас что-нибудь такое... Этакое подленькое не сделает. Пошли бомбить. Ну... Все, я думаю, что ему кранты. Он тем более и меч свой потерял. Да. Ну что же, ребятушки, прошли мы этого охранника тюрьмы. И у нас последний с вами бой. Так. Погнали, как говорится. Ух, будет тяжело. Да, ребятушки, не знаю. Если мы сейчас его не победим, мне опять придется потратить рубины. Ну, рано или поздно я все равно его одолею. Да, я знаю, что чемпион ты. Слушай, он на самом деле достал. Если бы не его мощные супер вот эти вот удары, блин. Поверьте, он бы был бы ватой. Лежать, я сказал. Да иди ты в баню. Ой, смотри, уворачивается. Так, ребята, вот этим ударом элементарным нужно его... Вот так вот, держать на расстоянии. Это самый эффективный удар против него. Даже тройной выпад не так хорошо спасает, как именно вот этот ближний удар, ребят. Вот этот вот. Против него он практически ничего сделать не может. Против тройного он может, ребята, выкрутиться. Но вот против этого удара... Вот, чмошник, а что делает? На! Не понял. Что-то алгоритм сбился. Я не могу его тройным пробить, ребят. Так, сейчас будет наверняка делать теневой. Нет, не успевает он. Все, ребята, спамим. Спамим его здесь. Сейчас будет бросок стопудово делать. Нет, не успевает он. И за это попортился. Ну что же. Первый раунд за нами, но радоваться рано, ребята. Радоваться рано. Я уже потратил одну попытку, так что прекрасно знаю, о чем говорю. Так, отлично. Воу. Да ты мне доспех поцарапал, естественно. Я тебе сейчас морду всю еще раз царапаю, гад. Кстати, вот никак не могу понять, ребята, одного, почему у меня ледяной удар не срабатывает. Ледяная вот эта вот бомба на него. Все равно он делает свой супер теневой удар. Да какого ж лешего ты начинаешь делать-то так, а? Давай, спамим, ребята, спамим. Гад сейчас бросок делать будет. Да, ну как всегда, как всегда. Ага, это я уже знаю, ребят. Когда он делает бросок, лучше вам не двигаться. Знаете почему? Потому что он... О, как я хорошо сейчас. Потому что он начинает делать какой-то определенный удар, но явно не бросок. И после того, как он его сделает, вы можете уже его бомбить. Черт подери, глефа упала. Сейчас, чувствую, он мне пропишет. Или-или. Нет. Вряд ли, ребята, получится у меня его...
конечно, я попытаюсь, но... Нет! Вот твою зараза, а. Каким-то, блин, сюрикеном меня подбил. Или ножичками, не знаю, что он там метнул в меня. Ай-яй-яй. Да, глупо было так проиграть, конечно. Ладно. Пока ничья. Отдыхай, говнюк. Я сказал, ты будешь лежать у меня. Сейчас... Смотри-ка, нет, не стал почему-то бросать меня. Обычно он делает бросок, когда его... Тихо! Почему? Я не могу понять. Почему вот, когда он такой становится... Может, у него как неуязвимость включается при этом ударе. Я не могу его пробить. Так, отличненько. А, хорошо, мы получили бросочек. Ну что, ребята, ползаруя уже отняли. Сейчас будет бросок от него, наверное. Нет? Странно. О, вот он бросок, ребята. Ждем, ждем, ждем. Вот так вот, видите? Лучше стоять на месте. Если ты начнешь трепыхаться, он тебя пропишет вот этим суперударом, мало не покажется. Оу. Вот это было подлинненько. Опа-на. Слушайте, ребята, у меня мало здоровья, но у него тоже мало. Если вдруг нам фартанет... Давай. Буквально вырвали зубами победу вот эту в данный момент. Но опять же вам скажу, ребят, счет 2-1 в мою пользу, но ему ничего не стоит. Он может буквально за две комбинации меня уложить, поверьте мне. Буквально два удара ему достаточно сделать, чтобы я просто отдупился. Так, надо всегда держать его, ребят, на расстоянии, на определенном. А когда вот здесь, лучше... Да, лучше, как говорится, спамить. Тихо, тихо, во! Неужели прокатило, ребят? Не знаю, почему иногда срабатывает, иногда нет. Опачки, довольно неплохо идем. Тихо. Мы его пробиваем. Что случилось вдруг с главным тюремщиком? Эй! Так, ребята, вот это... Ах, все, закончилось. Закончилось. Так, у него мало здоровья. Ай-яй-яй, тихо, тихо. Вот, вот этот удар самый опасный, когда он делает ее в неуязвимости. Ну что, пытаемся. Не понимаю я, почему, ребята, вот этот вот... Ледяная бомба, она не срабатывает на него. Даже здоровье не отнимает. Все, буду добивать. Пускай что хочешь делает. На, гнида. Ну что же, ребята, я нас всех поздравляю. Как видите, главный тюремщик у нас в отключке. У нас 3 победы. И мы с вами забираем. Вау, 710 очков. Ну, естественно, посмотрим. Так, плюс еще 50. Мы еще должны... Вот-вот, эпическая династия, да, бастерпак, ребята. Давайте посмотрим, что нам выпадет из него. Золоченый жилет, фигня какая-то, честно вам скажу. Золоченый посох, блин, как ты меня достал, посох, а? Так, это что у нас? Легендарный перк на шлем, приток. Это уже что-то. Блин, золоченый обруч, что все золоченое-то, эй? И доспех морского дьявола. Только лишь перк, ребята, нам легендарный достался. Ух, ну что же, у нас с вами 1830 очков. Давайте мы с вами отправимся, наверное, в магазинчик и будем уже покупать. А покупать, чтобы нам взять-то лучше? Ладно, сейчас приценимся и уже выберем магазин. Так, смотрите, у нас расценки 1300, 1100, 600 и 850. Слушай, ребята, офигеть, и шлем, и топоры, и броня у нас на уровне. Но я, наверное, все-таки куплю ночные убийцы. Я лучше возьму оружие, скорее всего. 1100 очков мне придется потратить. Алые ножи, конечно, тоже неплохо. А броню и шлем, пожалуй, чуть-чуть попозже. Поэтому, ребятушки, была не была, я покупаю эти топоры. Да, новая карта, у меня их не было. Замечательно, ночные убийцы. Потом попробую ими поиграть и скажу вам свое мнение про эти топоры. Хотя, честно говоря, я не особо люблю тяжами играть, тяжелым видом оружия. Но посмотреть все равно хочется, насколько они мощны, как они наносят урон. Так, что у нас тут? О, давайте-ка заберем выполненные, так скажем, задания. Отличненько. Тут осталось закончить раунд теневым ударом и теневым приемом. Это я, в принципе, элементарно сделаю. Так. Ну что, можно, в принципе, посмотреть в экипировку, зайти и глянуть, как эти у нас топорики выглядят. Так, 3 ячейки, ребята, у них.
оглушение. Давайте, наверное, поставим. Потом мы влепим берсерк. Берсерк. Погоди секунду. А у нас есть что-нибудь другое? Так, у нас есть руби с плеча. Вот, ребята, новая легендарная карта. Спецприем. И последнюю нам... Оу, шквал лезвий. А, понятно. Тут нужно выбор. Либо-либо. Хорошо, давайте тогда возьмем, наверное, теневой ожог. Замечательно. Вот так вот, ребятушки, у нас будет чувачок пока выглядеть. Но я надеюсь, мы с вами еще увидимся, когда я уже соберу себе полный сет. Так что не расходимся. Ну что же, последнее приготовление, ребята. 787 очков мы с вами получаем. Плюс еще старые мои накопления. И в результате 1011. Да, ребята? Докупаем последнее, что нам не хватает. Ну, кроме, конечно, ребята, метательного оружия. Я не буду его покупать, оно мне как бы ни к чему в данный момент. А вот шлемак я все-таки возьму. Точка невозврата. Так. Замечательно, эпический шлем. Новый предмет. Шикарно, ну что же, ребят, теперь давайте оденемся по полной программе. Так, одели. Вот у нас броня, комендант. И, соответственно, топоры. Вот так вот мы, ребята, эпично смотримся. Ну, сразу вам скажу, ребят, поиграл я топорами. Дамаг обалденный, но вот скорость. То есть любой шустрый чувачок тебя уложит на лопатки, даже не спросит твоего имени. Так что, ребятушки, вот как-то так. Все я выполнил. Как говорится, событие полностью прошел, и теперь душа моя спокойна. Ну, а на этом я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих играх. Всем пока и удачи вам!